Дубль второй. Первый дубль не вышел, поэтому снимаем заново. Немного напугали меня наши саранча. Собственно, да, я выпустил их погулять. Буквально в террариум в количестве аж 5 штук. И они уже начинают всячески летать, исследовать свою территорию. В ожидании нашего грозного хищника, когда он наконец проснется. Поскольку в террариуме достаточно тепло, они очень быстро расправляют свои крылья. Но очень скоро, будем надеяться, что скоро Стэн вылезет и примется за своих жертв. О, мы увидели, как он чихнул. Он находится в своей холодной камере. Вот в своем темненьком убежище, где достаточно прохладно, чтобы он мог отдохнуть. Охладиться после жаркого. О, какие у нас тут страсти. Неужели он решил закопаться под мох поглубже? Видимо, эта влажная камера ему очень-очень нравится. Но, к сожалению, вечно ждать мы не можем. И, видимо, он тоже. Что-то мне все это напоминает. Что-то вроде землетрясения. Но похоже, он явно решил выбраться из своей холодной камеры нестандартным путем. Если вообще, конечно, захотел выбраться. На поверхности его ждет целая арава, а он под землей, под мхом. Хорошо устроился, значит, не зря мы сооружали подобную конструкцию. Основной секрет в том, что даже не знаю. От движений моих саранча пугается и начинает движение. А наш Стэнли явно не торопится на свой завтрак. Но саранча и тут хорошо. Тепло, солнечные лучи. Хорошо прогревает крылья.
Интересно, вылезет ли наш дракон на солнечный свет в ближайшее время? Но судя по тому, как глубоко он залез, он явно не хочет. Такая довольно естественная картина. Куча насекомых кормовых и просто девственно чистый, на первый взгляд, кусок леса. Ну, собственно, наши красавцы. Тут есть где полетать, обо что упереться и откуда прыгнуть. Интересно, своим стрекотанием они призовут нашего ящера. Похоже, не так скоро, как я надеялся.